Всем привет, друзья! С вами Максон. И сегодня мы поиграем в Воин Призрак 2. Так дословно переводится. На русский внутри игры игра сама. Тавтология, сори. Вот, роль снайпера. Вот, в первую часть я не играл, и в третью тоже. Взяли вот средний промежуток. Ну, чё, греха таить. Игра по скидочке взял, хочу посмотреть. Вот, давно не снимал игры в офлайн режиме, поэтому, возможно, где-то будут косячки. Вот, да и вообще, в целом, давно ничего не снимал, поэтому, возможно, буду как овощ. Хотя, в принципе, уже, наверное, овощ. Вот, сори за те игры. Если вот кто смотрит меня, прошу просто прощения, что многие игры я просто до конца не могу заснять, потому что они мне как-то надоедают, и все. То есть было Sniper Elite 3, что-то, вот игра сама крутая, все круто сделано, но что-то не мое. То есть я поиграл, игра крутая, все, да, денег секс стоит, но не мое. Вот, а есть игры, в которые можно прям занырнуть и не выныривать. Вот, давайте посмотрим, что за игра, и ознакомимся с ней поподробнее. Новая игра. Так, вот нам надо выбрать сложность, но я явно не эксперт. Давайте возьмем новичок, потому что мы, в принципе, не снайпера. Если уж будут совсем дауны, посмотрим, можно ли будет изменить сложность. Надеюсь, что можно будет. Надеюсь, вы приготовили чай, печеньки. В принципе, как и я, водичка там. У кого что, чипсики там. Так, и если сейчас просядет жестко FPS-ик, то мы, конечно же, снизим настроечки. Смирно, господа. Диас, а что здесь шпики делают? Эту операцию проводим мы, Андерсон. Я согласился отдать тебе главную роль, если только ты не напортачишь. Имейте в виду Сараева? Делай все по сценарию, и у нас не возникнет никаких проблем. 3 месяца назад российские наемники напали на секретную лабораторию в Арктике. Захватив большую партию биооружия вируса африканской лихорадки, они скрылись. По сравнению с этой штукой, черная смерть просто насморк. Утром мы узнали, что на Филиппинах у них есть покупатель. Вот он, Калала. Гражданин Филиппин, главарь группировки Абу Саяф. Это означает, что его имя на одном из первых мест в списке пособников Аль-Каиды. Министр обороны отнес Калала к числу побочных целей. Увидел его. Стреляй! Нам известно имя русского главаря? Пока нет. Но это никак не влияет на основные цели опергруппы. Уничтожить противника в районе проведения сделки и перехватить биологическое оружие. Всем ясно? Удачной охоты! Вот снова виноваты русские, а вот эта вот Russian Mafia не дает всем покоя, ребята. Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. Остановитесь на берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. А у меня так и будет черный экран, или я смогу поиграть? Спасибо за удачную охоту, ребята. Что за фигня? Ух ты, ёпта. А чё так медленно всё? А чё теперь чисто, так быстро? Чисто, двинули. Так, давайте начнем игру с того, что нам надо поменять настройки. Куда без этого, просто не дают нам. Понизим. В эту игру даже можно на геймпаде, походу, играть. Так, водичку давайте на низкую. Эти вот всякие объемные эффекты, вот эти все всякие тени. Так, вроде бы покомфортнее стало жить. F, чтобы залезть. Запоминаем настройки, господа. Потом Максон начнет дико тупить. Ага, это мы легли. А как сесть-то, как ты, чувак? Стой. Зря не палить. Контакт. Один солдат. По моему... Готов. Три, два...
Не люблю долго ждать. Парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор. Перебей его. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Не совсем понял, как это работает. Но... Так, тепловизор надо убрать. Так, игра 2013 года, нельзя нарываться на движок. Есть данные о том, как охраняют этот радар? Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Неплохо, кстати, озвучка сделана пока что. А, еще неприятно вот эта вот фигня. Мальца вот это вот как-то резко. Я что-то слышу. Не поднимайся. Справа. Угадай. Кого? Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Три. Два. Да поехали. Нет, мать твою. Тихо. Начать с посадника. Он сказал... Мне послышалось? Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. О, Максон! На берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. Не, идет. Не без косяков. Удачный Максон охот. Не может играть без косяков, ребята. Это нереально. А, надо переслушать. Он сказал, справа твой. Но он должен был адаптироваться, да? Ну, капец. Я же раньше стрельнул. Где его реакция? Где его профессионализм? А, ну, кстати, нас быстро наказали. Что-то я не понял прикола. Чисто. Двинули. Да чё оглядываться? Пошли быстрее. Но для 2013 года игра вроде очень хорошо сделана. Если вспомнить, что я куратор. Стой. Зря не палить. Контакт. Один солдат. Три, два, один. Щелчок. Да, парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Да все нормально, что ты очкуешь-то, ё-моё. Нихера себе, даже дополнительная анимация сделана. Я когда он спрыгиваю. Видали? Есть данные о том, как охраняют этот радар? Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Очень красиво сделано. Игра, кстати, вторая часть не очень дорогая, ребята. Я что-то слышу. Кто не поднимайся. Справа. Ну-ка, слушай внимательно, что сказал. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Правый твой. Вот это право. Два. Вот стой. Это. Я покидаю эту несчастную дыру. А, бля, черт, еле пронесло. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу. Голову не поднимать. Сори. Значит, я все правильно услышал, просто раньше стрельнул. Ёпта, я и так ползу. Блять. Пардоньте. Пардоньте, я не хотел. Кстати, слева внизу за мной просто чё? Находится еще это. Казалось, наверное. Радар. Ничего важного вы не пропускаете. Так, ну тут прям чувствуется небольшая атмосфера уже. Они направляются к нам, не шевелись. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Передаю приказ. Какие-то две крысы по воде ходят. Да, действительно, что-то явно происходит. Сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Слушай. Нет, исключения будут. Это будут дырочки в вашей голове. Это небольшие исключения. Почему он быстрее идет? На ролике.
Это двигатель. Пригнись. Куда ниже-то, ёпта? Пусть пройдут. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Андерсон, давай за мной. Да без проблем, братуха. Ах, ёпта. Сильно зажать. Не поднимайся. Берешь ближнего, второго оставь мне. Кто из них ближний? Так. Ну, давай посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Блин. Да, я знаю. Попробуем переждать. Он опять эту херню делает, что... Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Черт, спокойно, пока не стреляй. Блин, что-то такую фигню делают, вообще жестко. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Так, что? Парень на причале один. Огонь разрешаю. Готово. Цель возле костра, движется. Посмотрим, куда он пойдет. Только скажи, босс. Чисто. Давай, стреляй. Прям в глаз. Слева. Снимем их одновременно. Хорошая работа. Идем. Да, спасибо. Трейзер 31, доложить обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура! Но четко делается, мне уже нравится игра. Пока косяков уже не увидел, в отличие от многих. Не поднимайся. Здесь уже чувствуется. Я уже. Мне не хватает какой-нибудь военной курточки, я уже там внутри. Ребята. Стой! Замер. Куда смотреть? Босс. Босс. И аккуратно. Мимо тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. Минус. За мной. Только не беги опять, а то я медленный. Меня не обучили быстро бегать. И вообще пожрал плотно перед операцией, поэтому давай. Не стреляй. Подождем. Блин, такую фигню делают, вообще жестко. То есть вот эти вот моменты, типа, стрельни, остановись, стрельни. Прячься под причал. Пойдем. Мухи летают, это очень все круто сделано. Не поднимайся. Да я и не думал. Ты еще работаешь со своим скупщиком? С парнем из Сингапура. Ну да, только что сбагрил ему. Не парня. Вступать. Поможешь с ним связаться? У меня набралось приличных драгоценностей с наших заложников. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Парочку камней. И еще часы. Конечно же, я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Ты хочешь половину только за то, что нас свяжешь? Налево. Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать вещи. Я что-то слышу. Так, здесь лучше посмотреть. Зеркало смотрелся? Я превратился в такого жадного ублюдка. Мне нужен от тебя. Это нормально? Я двое суток не спал. Нет. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Да я сама осторожность. Его уже два дня в лазарете держат. Тебе больше нет к кому обратиться. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Только представьте, да? Враг впереди. Он
Снимаем его по-тихому. Понял. Насколько по-тихому ножом? Его укусили. Говори, мать твою. Насколько минус подмышка. Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он... Нихера себе мы профессионалы, вообще капец. Тихо. Что это был за шум? Тихо. Кажется, нас припасли. Так, наш напарник что-то задумался. Кстати, можно заметить, еще что за фигня? Пульс поднимается. Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? Нет. После вас. Чувак, ты чё, дурак? Да ладно. Вот же дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Тихо. Опа. Так, чтоб надо достать бинокль, чтобы выделить пацанов. Ну давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Так, это лодочки. Будет очень непросто. Ну, как всегда. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точно здесь решает все. Справимся. Конечно, справимся. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Бам. Теперь займись другим. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Бам. Неплохая баллистика. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Ага. Чего? Двое солдат ошиваются возле дома. Видишь их? Да. Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. Попадание. Так, я так понимаю, он может засунуть, да? А теперь давай. Теперь займись другим. Опа-на, опа-на. Headshot, bitch. Убийство подтверждаю. Думаю, мы только что крупно облажались. Черт побери, держись за что-нибудь. За что, ёпта? Чувак. Чувак. Бляха-муха. Ох ты мой. Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Забудь, нам никак нельзя светиться. Что у вас там произошло? Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. По кому стреляешь? Ты же сам сказал, нам нельзя. Ты дурак? Он нам сам сказал, давай, не надо. И сам начал драться, да? Неплохо. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Не светись. Как и одной пулей двоих убьем. Так, только если вот так, слышу. Отличный выстрел. Спасибо. Я ладно, старался. Выдвигаемся. Осторожно. Тихо. Чтобы пересечь пляж, нам придется их отвлечь. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Так, залази. Ёпта, он так залазит, что капец просто. Выставим пока что пистолет.
C4 установлено. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Ну, это логично. Что я могу еще сказать? Стой. Куда ты, самурай, двинулся? Вперед! Давай сюда. Эй, смотри в оба. Я и так смотрю. Не пари мне чушь. Ты слышал, что они сказали? Про то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Какой еще снайпер? Похоже, тут целое подразделение противника. Некоторые посты не отвечают. Стой! Раскрой свои чертовы глаза пошире и держи руку на спуске. Я что-то слышал! Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. Взрывай С4, Коул. Босса сорвется? Может, покупатель испугался? Головой, дружи! Господи Иисусе! Сам по себе он взорваться не мог! Ты тут встал? Туши огонь! Твою мать, у меня там заначка была! Хе-хе, прикольно. Минус заначка, пацан. Сработало, нужно шевелиться. Я не могу как ты бежать, научи. Почему я не могу бежать как он, ёпта? Учимся быть профессионалами, ребята. В воду, быстрее! Ты еще работаешь со своим ступчиком? С парнем из Сингапура. Там кто-то есть! Да как он быстрее пробежал меня? Я точно что-то видел! Ох ты засранец. Думаю, мы отсиделись. Ага. Эти развалины должны примыкать к джунглям. Оттуда до возвышенности рукой подать. Так, стопудово здесь должен быть какой-то сюрприз. Не дайте ему уйти! Обыщите местность! Замри! Не стреляй. Подождем. Не стой! Вперед! Чисто. Давай, стреляй. Что? Все чисто, вперед. Мы я контакт. Как... Снимаем их одновременно. С парнем из Сингапура. Цель уничтожена, иду вперед. Да логично, куда ты еще пойдешь? Боец. Пошел, пошел, пошел! По-моему, это очень громко. Чисто, двинули. Мне нравится озвучка, довольно-таки кайфовая. На землю не высовывайся. Пускай где-то довольно-таки прямолинейно, да? Чисто через Google, но... Там ниже куча солдат. Чтобы двигаться дальше, нам нужно их отвлечь. Я приметил, бензобак этого грузовика должен наделать немало шума. Перебей его. Все-таки где-то местами очень чисто русские фразы. Путь свободен, продвигаемся. Ну, как мне кажется. И это круто. Что уж не слишком прямолинейно сделали все. Где-то чувствуется старание. Но игру реально рекомендую, пока ни одного бага. Это достойно уважения. Не стреляй в них, они нам подыграют. Принято. Давай, стреляй. Ой. Лучше все-таки всегда shift зажимать на всякий случай. Thank you.
Снайпер вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять. Ой. Пау! В этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль. Да мы и так справимся. Опа! А вот и подъехали баги за бабло. Готов. И как он не умер? Он чё? Район чист. Поглощает пули или я промазал просто, что-то? Доложите обстановку. Униформ наш тыл в безопасности. Противник нейтрализован или надолго отвлечен. Кстати, красивый пейзаж. Все понял. Секунду. Просто рация. Типичная рация. Вот, очень красиво, ребята, должен заскринить. Для Стима. Для, типа, мини-отчетности. Ну и для себя на память. Такол, я буду здесь. Прикрою Келлера и его ребят. Ты поднимайся на колокольню и займи удобную позицию. Удачи тебе. И тебе. Погнали. Приближается катер врага. Ныряй. Не высовывайся. Пусть проплывут. Нырнул. Он мне сейчас по башке проедет. Что я не понял, почему не ныряешь? Че это было? Окей. Главное, что прокатило, короче. Тут никаких зверюшек нет. Пульс у нас очень хорошо поднялся. Так. Замечены враги! Сука, чё орёшь? Хедшот! Вот за такую плюху надо лайк, пацаны, поставить. Думаю, будет неплохо. Так. Я в западной части станционного парка. Андерсон, когда будешь на месте? Я наверху, направляюсь ко входу в церковь. Так, лучше быть аккуратным. Нахожусь в церкви. Поднимаюсь на колокольню. Хорошо. Можешь исполнить разок-другой Аве Марию. Не помешает. Этот радар очень хорошо охраняется. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. А наш персонаж не особо разговорчивый, я так понимаю. Только по делу. О-о-о. А откуда это от того типа пацана осталось? Бухлишка. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры? Келлер на связи. Дело теперь за мной. 32-й, ты нас сейчас видишь? Нихера, плюха. Так точно, вижу вас. Мы поднимаемся на холм. Прикрывай. Кортес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стрёме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Враг на причале, прямо по курсу. Зря не пали. Так понятное дело, чё мне вообще, я думал... Не стреляй. Подождём. С другой пушечкой буду. Это уж, по-моему, слишком серьезно. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патрульного, мы заберем тело. Отправь его в ад. Есть. Посылка получена. Так, забираем. Противнику первой хижины на берегу. В контакт пока не вступай.
попробуем переждать. И все же... Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Мы должны сохранять скрытность как можно дольше. Все хорошо, тихо и незаметно. Противник слева на балконе. Опа, опа, на. Бам. Так, за своими кабачками надо следить. А там убрали. Трупик-то не схалявничали. Андерсон, что там? Все уже чисто. Принято. Диас, что там у тебя? Здесь под контролем. Выдвигаемся на новую позицию. Парни, всем смотреть в оба. Есть контакт. Снайпер на вышке. Сними его прежде, чем он за... Что за фигня? У них вертушка. Не стрелять, не стрелять! Тебе нужно просто его пересидеть. Будет очень плохо, если он нас заметит. Хорошо. И вертушка вокруг него, да, летает? Пусть убирается, не шевелись там наверху. Замри. Вообще не рыпаюсь. Еще совсем немного. Чисто. Давай, стреляй. Как в деревяшку-то? Объект уничтожен. Типа, ну, на платформе. Нужно их поделить. Неужели крупнокалиберная пушка типа не справится с такой фигней? Первого снимаешь ты, мы берем остальных. Так, мне дают возможность, да? Действуем. Одним выстрелом. Отличная двоих. Отличная работа. Великолепно, пацаны. Район чист. Прием, как слышно. Кто-то идет, прячься. Впереди патруль, два человека. Не дай ему поднять тревогу. Все чисто, вперед. 31-й, осторожно. Из-за здания я не вижу, что у вас с тыла. Так. Я понял. Вижу одного. К встрече. Конец связи. Коул, я направляюсь к ним. Прикрывай меня. Диас, неподалеку от тебя две цели. Первая на платформе, ближе к тебе, вторая на переходе. Она моя. Принято. Плюха. Заветная. Все чисто. Впереди движутся. Подожди немного, посмотрим, что будут делать. Давайте глянем. Ну давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Кажется, они просто болтают. Заткни их. Действуем. Хорошо, все чисто. Блин, я думал, он одной пулей как-нибудь двоих уложит. Ладно. Я почти на месте. Нужно покончить с цели прямо на моем пути. Начинай их снимать, когда патрульный повернется к тебе спиной. Понял. Круто, что красная метка делается. Что? Кто вы такие? Черт. Спасибо, друг. С меня пиво. Смотри, скоро потребую. Так, зачистить район. 32-й, я встретился с ребятами. Готовимся штурмовать район возле радара. Как слышите? Все понял, прикрываю вашу задницу. Действуем. Прижми этих ублюдков! Ты чё дергаешься? Бляха-муха. Ну все, один заныкался, мне его не достал. А, пока, чувак. Сектор чист. Пошел, пошел, пошел! Хорошо. Их систему, скорее всего, можно легко заразить вирусом. Разведка считает, что почти вся техника выпущена в начале 90-х. Понял. Добрались до цели. Загружаем вирус. Давайте. Готово. Теперь
эта штука и падающий метеорит не засечет. Постой, что-то здесь есть. Ты, наверное, захочешь это услышать. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Мы отправим данные о заложнике в центр спецопераций. Будем держать вас в курсе. Андерсон, теперь отправляйся к месту заключения сделки. 3-1 закончит с теми, кто скрылся, и прибудет по воде. Опа-на. А вот и инфа подскочила. Общее время игры 29 минут. Самое дальнее расстояние. Ну, вы все видите сами. Половина хедшотов. Ни разу пока не сдох. Агент Диас, не хотите подробнее что? Так, каким-то чудесным образом игра зависла. На записи с радара, который вы недавно отвисла. След, который мы взяли в Сибири, месяц назад запалили. Это случилось после того, как организация решила ввести туда небольшую контртеррористическую группу, чтобы найти украденный патоген. Вскоре связь с ними оборвалась. Их признали погибшими. И ты нам об этом рассказываешь только сейчас? Запрашиваю разрешение пойти в обход, чтобы найти и вытащить нашего человека. У него могут быть ценные разведданные. Задание все то же. Занять позиции и приготовиться к штурму отеля. Юниформ, конец связи. Так, это если там же сейчас все будет, то нам надо обязательно вытащить своего корефана. Всем группам проверка связи. Рейзер 32 слышит вас четко и громко, юниформ. Это 31, слышу вас хорошо, прием. У нас дополнительная задача. 31 должен занять позицию комплекса, где предположительно удерживают нашего человека и ждать поддержки Андерсона. Поясняю. Если не сможете найти этого человека, спасательная операция отменяется. У нас совершенно нет времени играть в прятки и искать призраков. Андерсон, наш офицер по связи лейтенант Венс поможет тебе с выбором маршрута. Поскольку радар выведен из строя, мы теперь можем запустить беспилотник. Ну да, только что сбагрил ему партию часов. Ролексы, конечно же я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Че за фигня? Почему диалог тот же? Я серьезно. Эй, придурок, посмотри вокруг! Ты на чертовом вонючем острове, и тут некому сбывать вещи. Хочешь сбыть свои драгоценности, работай через меня, а я беру половину. Мать твою! Готов, парнишка молодой. Будь начеку, смотри в оба. Есть, сэр. Есть, сэр. Там все в порядке? Есть что-нибудь? Так, что-то как-то не очень. Проверь все посты. Конечно. Что он делает? Тихо, не стреляй. Погнали искать нашего кореша. Но вот что-то вот без ночного видения не очень. Готов.
Рейзер 32 на месте. Чё? Камон, пацаны. Чё, мы ждём? Я что-то должен достать или что? Что-то сделать? Я на месте. Просто мне ничего не видно, и даже целиться нельзя. Возможно, я должен проследить за чем-то. Или мы ждем какого-то удобного времени. Начинаем прожимать все кнопочки. Труп исчез. Ну, ох уж эти снайпера. Ох уж эти снайпера. Чё за фигня? Доберитесь до следующего пункта через пещеру. Я на позиции уже, он же сказал. В чем прикол? Чё за прикол? Почему я не могу встать и уйти, например? Давайте еще минутку подождем. Давайте с контрольной точки попробуем опять подойти. Чувак. Что-то болтовка, наверное, лучше будет. Так, спрыгивать отсюда явно не варик. Рейзер 32 на месте. Вижу вас, 31-й. Что за баг? Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня, Андерсон. Осмотри район, 32-й. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Выполняю. Я что, двигаться не могу? Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду. Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Я вижу там 9 противников. Мы о них позаботимся. Продолжай осмотр. Один Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели. Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Может, чуть выше? Есть. Подтверждаю присутствие нужного лица. Большой номер со стенами из стекла. Северо-западная часть комплекса. Рейзер. Ты можешь определить его состояние? Так точно. Он жив, но его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Всем группам начать с освобождением заложника. Рекомендую его вытащить. Без недочетов. Все понял, Юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку.
Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Келлер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диазом. Гомес со мной. Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Давайте, ребята, я пока ночное видение вырублю. Как настоящий про, слежу за своими ребятами и... Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Никола со мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Передумаем дощечку. Попробуем все сделать по-тихом. Четко. Путь свободен, продвигаемся. Мы у длинной лестницы. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Минус сердце. Прямое попадание. А теперь вверх, нужно спешить. Иду дальше. Ладно, привал. Вижу... Да, конечно. Давай отчет. Снимем их одновременно. Итак, 3, 2, 1. Вперед! Что? Отлично, все получилось. Нет, я промахнулся. Рейзер 32, мы застряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыш. У них под носом не пройти, запрашиваю поддержку. Я понял. Чего? Цель номер один уничтожена. Теперь займись другим. Пока, чувак. Обе цели уничтожены. Понял, иду дальше. На точке. Андерсон, посмотри на причал и скажи, что... Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь. Ёпта, ну что это за херня? Типа... Убийство подтверждаю. Теперь нейтрализуй второго. Все шито-крыто. Понял тебя. Теперь тоже нужно сделать с остальными. Твоя цель на корме лодки, жду тебя. Готово. Район чист. Баг, конечно, с дощечкой. Понял, иду дальше. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, три цели ждут тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять их одним выстрелом или жди, когда повернутся друг к другу спиной. Понял. Неплохо. Так, естественно, неплохо. Еще хедшот. Внимание, пилот вертолета полез куда не надо. Ты сука. Тогда просто вот так. Есть. Хорошо, южный проход чист. Последняя горловина. Нам не помешает помощь. Нужно снять парня в самом здании. Он смотрит во двор. Убийство подтверждает. Скопытился. Видишь солдат, которые разговаривают? Убери любого. Выполняю. Чё? Неплохо. Да херово, херово, пацаны, сори. Цель слева. Мы на месте, готовимся к штурму. Диас, как дела у вас? Нормально. Нам, пожалуй, лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. У меня есть идея. У вертолетной площадки я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров. Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный. Как только мины сработают, отправимся на место. Хорошо, Коул, ты дирижируешь. Концерт начинается по твоей отмашке. Поехали. Неплохо. Все, пошли. Погоди немного.
одним махом. Мы в игре. Четко. Давай, давай, давай! Понеслась. Врываемся и понеслась. Где со мной? Дальше. Так, еще одно достижение. О, мы получили. Подождем, стреляй по ним. Стоять! Мент! Эндерсон, огонь, огонь! Да плюхи раздаю как могу, ребята. Всего лишь два промаха. Хорошая работа. Идем. Первый этаж чист. Дальше. Хомис, прикрой меня! Цель справа. Чисто. Второй этаж чист. Заложник не найден. Так. Давай, давай, давай! Неужели они слиняли? Вижу цель. Андерсон, у нас проблема. Заложника держат на мушке. Мы постараемся открыть для тебя боевика. Будь готов. Хорошо, принято. Куда смотреть? Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи руки на голову. И это вот и я. Думаешь, я тупой? Вы бросаете все трое. Подойдите ближе, ему конец. Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Юниформ, требуется эвакуация раненого. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так точно. Все группы молодцы. Готово. Келлер, ты со своими людьми охраняешь район и ждешь птичку. Мы также отправляем вам снаряжение и еще два отряда. Андерсон, пойдешь первым и расчистишь путь к отелю. 31-й по рации организует встречу. Погнали, выполняю. Пора работать. Отлично справился, Андерсон. Взаимно. Позже еще поговорим. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы. А затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой. Так, одного вижу, ребята. Да, чуть-чуть. И я. Помню, там был молоденький паренек. Еще мальчик. Из Одессы. Когда он бывал в карауле, то всегда сидел у большого камня. Он что, сидел, когда был в карауле? Ну, времена тогда были другие. Никто не хотел там оставаться, и это не была работа на частного заказчика. Всем было наплевать на дисциплину. А мальчик? А, да, мальчик. Как-то утром я должен был его менять. Я нашел его все так же сидящим у камня. Только вот живот у него был весь разворочен. Он сидел там, как живой. Но с кучкой кишок на коленках. И знаешь, как с ним это случилось? Как? Пуля снайпера. Прицельный выстрел прямо поперек живота. Разодрал ему там все. Не повезло. Просто задница. Снайпер нам всем угрожает каждую секунду. Всегда будь начеку. А то будешь, как тот бедняга, сидеть с кучей кишок на коленях. Кишок. Пугаешь этим, что ли? Просто рассказываю. Может быть, этот снайпер прямо сейчас за нами наблюдает. Так что смотри, не зевай. Никаких промахов. Естественно, ребята, никаких промахов. Ты снова появился у нас на экране, Рейзер. Судя по тепловому излучению, за водопадом для тебя есть тропинка. Что это был за шум? Как он меня видит, а я его нет? Так, выждем. Что-то не въезжаю вообще. Чё за кек? Где-то передо мной парень. Да где ты, динозавр? Чё за херня? Я туплю, да? Ну вот он, передо мной.
Так где же? Где-то на камне сидит или чё ведь? Что за прикол? Откуда? Япона мать, ну ни хера себе. Ни хрена, вот это поворот событий. Вот я слепой. Тихо. Нужно отсечь все эмоции. Эй, тебя ждут в лагере. Где сегодня Григор? В лазарете. До сих пор? Да, неделя уже прошла. Так что с ним случилось? Да лень его подвела. Не молодой вроде, а ведет себя. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже. И вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? Тропическая язва? В лазарете? Ну да, хреновее случая я не видел. Вонь от его гниющих ног стоит аж на другом конце лагеря. Хм, бедняга. Да, из-за таких, как он, у всех постоянно какие-то неприятности. Охренеть. Всегда в отряде оказывается какой-нибудь дилетант или кто-то на грани срыва. А потом вдруг раз, бой, сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толк. Задрали болтать. Хорошо, что одной пулей двоих вынес. А то балаболят и балаболят. Не слыхал? Чего там с той грузинской снарягой? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда. А все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени эта сделка с VIP-персоной... Лови плюху, крыса. Сказала крыса. Фух, слава богу, я подумал. У меня будет проблема. Чуваки, у вас тут немного грязного, в курсе? Юниформ, я нахожусь на балконе виллы. Запрашиваю визуальную разведку зданий к северу. Понял. Данные такие. Патрульный у центрального здания. Судя по траектории его движения, тебе лучше дождаться, пока он повернет за угол. Нейтрализуй противника у автобуса. Можешь убрать врага возле пулемета. Опа-на. Ёпта, качнулся. Смотрю, у тебя альтернативный план. Продолжай.
Ну-ка. Отлетел. Так, вот и музыка для пацанов сыграла последний. Двигаемся дальше, ребята. Не знаю, как-то, наверное, нудно у меня получается делать прохождение, но... Всем участникам. Надеюсь, вы напишите, занимаем исходное положение для штурма. Как, понравилось или нет, просто... Никаких. По данным разведки, главарь наемников... Типа я комментирую по пути. Там же и контейнер, который очень хорошо охраняют. Данных о присутствии Калала нет. Андерсон. Просто я также слушаю и присматриваюсь, как и вы. Поэтому где-то затихаю и делаю работу, так сказать. Чтоб у меня пот успокоился. Иначе можно наделать дров. Да. Вот тут, кстати, если сильно зажать, он, короче, это... Ложится. Готово. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Подожди, пока они разойдутся, и стреляй. Не знаю, мне как. Тихо. Я что-то слышал. Что ты мог слышать, скажи мне? Черт, показалось, наверное. Так, где там чел? Отъехал. Отъехал. Красота. Препятствий не обнаружено. Можешь выдвигаться на площадку. Что но это? В здании все совсем наоборот. Ясное дело. Проверю, как только буду на месте. Заберем птичку. Этому пацану она уже не пригодится. Понеслась. Рядом какие-то типы. Чёртов свет сбил меня с толку. Я не знаю, приятель. Это место... А что с ним не так? Как что? Это же чёртова дыра. Она мне уже плешь проела. Ну, в сравнении с Сараево, это прямо курорт. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Приятная война? Эй, приятель, так же не бывает. А вот послушай, наш лагерь стоял... Как-то странно, по-моему, диалоги немного повторяются. Если это будет всю игру, то это будет вообще задница. Это будет очень херово. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника, прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. Вот, провел 8 лет в Камбодже. И вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? Из-за этого он в лазарете? Ну да. Там кто-то есть? Я сдох.
Просто я так вышел, получается, что вышел из кустов и, блядь, все передо мной, четко. Там кто-то есть? Пускай ищет. Просто мне его не видно. Ну и где он засел? Блять, его среди кустов не видно. Я слепой, да? Чувак передо мной, да? Где он? Капец. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже. И вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? За этого он говорит? Херово, из этих кусов. Спокойно, дядя. Мышка дернул. Че, все или меня сейчас тоже из ниоткуда гасанут опять? Ну как из ниоткуда, а просто неожиданно выйду и типа все здесь. Че, это неужели ненужные вещи? Типа не найдем ничего полезного? Понятно. Что за хуйня? А почему они резко на меня выбежали? Чё за херня? Почему они на меня побежали? Окей, два раза уже сдохли. Там кто-то есть? Охренеть. Так, внимательно смотрим и... Опа! Еще разок. Не бывает все так просто. Не может все идти по маслу. Мы же не проходим каждый день эти игры.
профессионалы. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. Провел 8 лет в Камбодже. И вдруг забыл, что если весь день... Ждем, пока он на меня выйдет. Заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? Из-за этого он был зарите? Он в укрытии! Следить за ним! Понятненько. Да ладно. Не простреливается, окей. Блять, короче. Не ваншот. Ну и у нас типа сигнал тревоги, да? И у нас хоть как были бы проблемы. Так получается. Выждем. И все, сука, все слышат. Такая подстава нас ожидала. Чё? Можем только две пули поймать. Как можем незаметно добраться до обсерватории, если мы уже капец как нашумели? Говорит 32-й, я добрался до цели невредимым. 31-й тоже на месте, рядом с бухтой главного комплекса. Что показывает наблюдение с воздуха? Покупателя все не видать. Думаешь, наш радикал-островитянин струсил? Вряд ли. Возможно, трудности в пути. Этот человек много сил положил, чтобы подняться в рядах Абу Саяф. Он появится. Нужно только подождать. Ну подождем, мы никуда не спешим, ребята. Всем рейзерам. Видим машину. Приближается к отелю с западной стороны. Гражданский седан. Будет через 20 минут. Вот оно. Всем приготовиться. Андерсон, мы на скале, расположенной примерно в 100 метрах от судна. Видишь нас? Так точно, вижу вас. Перекличка. Два противника на причале, еще двое у прожекторов на яхте. Да, вижу. Когда погаснет свет, убей одного из тех, что на причале. Там клумба. Тел не будет видно, а звук выстрела заглушит сильный ветер. Принято.
Действуем, ребята. Готов. Снимем их одновременно. Ты берешь того, что слева. Так, а что со светом-то? Трейсер 32, ждем твоего выстрела. Как два пальца. Пока все хорошо. Сначала люди на яхте, потом прожектора. Понял, я разберусь. Неплохо. Отличный выстрел. Принято. Минус один. Хороший выстрел. Трейсер, внимание. Один враг спрыгнул с палубы. Не дай ему добраться туда, где лежат тела. Убийство подтверждаю. Чисто. Ладно, приближаюсь к лодке. Лишний берегом наблюдает патруль. Лежать. Теперь займись другим. В попку. Смертельно. Плохо. У нас на причале влюбленная парочка. Стреляй в лысого, я возьму на себя его дружка. Район чист. Боевая машина приближается с юго-запада. Коул, погаси огни на причале, чтобы скрыть тела. Неплохо. Теперь снимись, друг. Отличная работа. Великолепно, ребята, тащим, тащим это. Попробуем переждать. Но нам надо явно следить за ними. Так, они развертываются. Еще совсем немного. Погоди немного, хорошо. Один надежно укрыт скалами, можешь безбоязненно его прикончить. Убийство подтверждаю. Следующий, тот хреноплет у машины. Готово. Неплохо. Последний на пляже. Плюшка. Готово. Суша, у нас все нормально. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Так, готово. Ждем, когда вы начнете, Рейзер 32. Зачищаем, может, да? Тебе лучше использовать ночную оптику? Неплохо. Враг нейтрализован. Пацаны не шарят, что происходит. Но пока пацаны пытаются понять. Твою мать. Кого я пытаюсь убить? Огонь не прекращать, вперед! Давай, давай, давай! И он подсел, когда я думал, что он побежит. Непредсказуемое животное. Плюшка. Че за фигня? Какая-то возникла проблема, и нам пришлось закрыть игру. Серьезно. Серьезно. Крашнулась игра, ребята. Но мы же должны доделать миссию. Мы же ее доделаем. Час 20 идет запись. Офлайн стрим. Давайте добьем уже эту миссию. Херово, что она крашнулась. Ну давайте, мой Путин видео, я согласен. Ну тут эту рекламу нельзя пропустить, ребята. Так, один игрок, продолжаем. Я надеюсь, мы сейчас начнем с того места, где мы уже с кимпы херачим, а не как добираемся до нее.
Иначе мы потратим кучу времени, чтобы узнать все-таки, что в конце миссии, мало ли. Агент Диас, не хотите подробнее остановить? Готово. Суша, у нас все нормально. Четко. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Работаем. Ждем, когда вы начнете, Эрнизер 32. Неплохо. Может, тебе лучше использовать ночную рать, нейтрализован. Отличный выстрел. Промах. Твою мать. Не ваншот. Огонь не прекращать, вперед! Лежать! Давай, давай, давай! Сука, просто умри. Будь чист. Хорошая работа, идем. Походу... Рейзер 33, мы приближаемся к цели, как слышите. Вас понял. Походу дали очень хорошую плюху, что аж игра крашнулась. Все кете? Самое главное, чтобы ОБС не крашнулся, иначе мы получим... Ну, видеозаставочка. Ролик крашится и нельзя будет его восстановить. Главный русский появился в поле зрения. Приоритетная цель. Видеозаставочка, это круто. Погоди-ка, я не ошибся? Это Меринов. Какого... Что здесь делает Меринов? Наш старый друг, кажется, очень прилично поднялся. Ты знал об этом? Скорее, предчувствовал. Недавно до меня дошли слухи, что Меринов снова всплыл и теперь заправляет незаконной торговлей оружием. Когда мне сказали, что никому неизвестный русский жулик ищет покупателя на краденый вирус, я не стал долго гадать, кто он. Я его убью, Диас. Господи, помоги. Ты хотел сказать, мы его убьем, капитан. Как думаешь, почему я просил поручить это задание именно тебе? Что-то здесь не так. Они знают, что мы здесь. Всем отрядом выдвигаемся. Чё за фигня? Подстава? Готов! Гомес, справа! Я цел. Сука, не двигаться. Вражеский снайпер! Откуда он стреляет? Геллер, я его не вижу. В укрытие. Так. Пока те ребята, давай, кто давай, стоит, давай. Будем вырубать. Цель наверху, снимите его! Он готов! Враг слева! Они готовы? Так. Засранец! Вот гнида! Заложили нас. Черт. Юниформ, возникли осложнения. Диас и Николс были захвачены противником. Повторяю, наши люди в опасности. Я целюсь в водителя. Андерсон, отставить. Контейнер с чертовым патогеном опять ускользнет от нас. В мою смену такой прокол не случится, слово даю. Во что бы то ни стало, перехватите Меринова. На
Наших людей, видимо, везут в том же направлении, так что если хотите увидеть их живыми, пошевеливайтесь. Слышите меня? Понял вас, сэр. Недовольный Андерсон. Видите, как знал, что надо все-таки до конца пройти, потому что... А, это нам оставили на потом, ребята. Ну вот, мы потом и узнаем. Слились, конечно, пару раз, это вот херово. Неужели снова игра крашится? Юниформ, что известно о контейнере? Я нахожусь на берегу в километре к западу. Так, я специально пропущу, нажму на паузу и нажму главное меню. Потому что это оставим на потом. Кстати, немного рожи не совпадают с тем, за кого мы играем и сейчас. Ну да ладно. Вот, прошли мы, получается, две полумиссии, потому что все это один акт, и я не знаю, как это делить. Но, во всяком случае, что-то для канала нам надо добавлять, потому что стримчики сейчас очень редко. Просто как-то нету настроя серьезного, и как-то вот так. Но если игра затянет, а она мне нравится, возможно, что мы ее даже до конца пройдем, и будет все на ролик записано. Игру крайне рекомендую. Вот я играю, и чувствуется нормальная атмосфера снайпера. То есть ты реально вот... Вот эти вот все вот эти тонкие моменты, ты их чувствуешь, видишь, себе все наглядно показывают. И неплохой перевод. Вот. Спасибо за внимание, кто посмотрел ролик до конца. Ставьте лайки, дизлайки, пишите игры, которые вы бы хотели увидеть на нашем канале. И скажите, что вам понравилось, не понравилось в ролике. Может быть все супер, может быть все херово. Удали канал, пожалуйста. Всем спасибо, до новых встреч.